рассказывал мне истории. Простите, извините. О потаенном таинственном мире, где храбрые воины охраняют и защищают нас. Здорово, да? Он всегда говорил: если ты не видишь чего-то, это не значит, что этого нет. What if the storm ends? Papa! I don't see you. What you are now? Never again. Как делишки, красотуля? Говорящая улитка. Вообще-то, я слизняк. Видишь, домика нет. Кто вы такие? Мы стражи, хранители леса. Like ух ты. Папа был прав. Сейчас я буду уничтожать лес. Смотрим в оба. Повторять не стану, так что будьте внимательны. Давай, ты теперь с нами. Говорящих слизняков и крохотных солдатиков. Привет! О, блин! Пап! Я здесь! Ой, Оззи, без поцелуев! Беги!